Я ушел, они сразу все проиграли. Вот. Не, ну я не знаю, если честно, они играли очень узким составом. И 6-7 человек было задействовано весь сезон. Естественно, при таком режиме, при таком плотном графике они просто не выдержали. Травмы мелкие пошли и, ну, естественно, физически не вытянули. Особенно концовка, когда надо все оставить на концовку, но концовку у них уже ничего не осталось. Драгич один из ключевых игроков, и этот сезон просто феноменальный для него. Просто был не то что лидер команды, он был лидер, один из лидеров среди всех пойнт-гардов в лиге. Поэтому то, что он начал выпадать из игр из-за мелких травм, это, конечно, в самой концовке, в самых важных играх. Хороший паренек. Вот. Ну, тоже он такой из области домашней, семейной. Он, тренировка закончилась, быстро домой в семью. Там, игра закончилась, быстро домой в семью. То есть, как бы, за пределами площадки, опять же, мы особо времени не проводили. Но, на самом деле, переживал за ребят. И, действительно, все ребята были хорошие в команде. И только был счастлив за них, за их успехи, но чуть-чуть им не хватило. Конечно, обидно, потому что у них который год они так борются, и не хватает им совсем чуть-чуть. Вот, поэтому жалко, что так получилось. Клиперс и Сан-Антонио там, и, естественно, Майами. С той стороны.